Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хочу вам показать мои покупки уходовой косметики. Что-то я приобрела в детском мире для ребенка, что-то заказывала на сайте Wildberries, покупала в Магнит Косметик, в Пятерке когда ходила за продуктами, и также я делала заказ в интернет-магазине «Подружка». И давайте вам тоже покажу, что же я приобрела за последнее время. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Давайте начну я с больших баночек. Во-первых, в магазине «Пятерка» я купила вот такой шампунь. Это Шварцкоп, Шаума, Энергия природы, шампунь мягкости, гладкости, нормальных волос. В общем-то, свежая крапива и спелое яблоко. Объем идет 400 миллилитров. Взяла про запас, потому что боюсь, что эту марку просто снимут с продажи. Ну, именно, да, в России. Вот, и поэтому решила его приобрести, потому что шампуни эти Шаума очень классные. Именно вот эта вот линейка «Энергия природы». Они мне очень нравятся, поэтому не хотелось бы их потерять из своего ухода. Далее марка «Лесной бальзам». Стандартная для меня покупка. Взяла ополаскиватель для полости рта против кровоточивости десен, кора дуба, экстракт пихты на отваре трав с хвойным комплексом. Снижает кровоточивость. Иногда кровоточивость у меня бывает. Объем, значит, 400 миллилитров. Тоже взяла в использование, точнее, для использования, даже не в запас. Потому что у меня в последнее как-то время вообще ополаскивателей нет. Наверное, уже где-то месяц примерно в уходе у меня их нет. Даже не знаю почему, но почему-то не покупала. Тавтология получилась. Извиняюсь, ну, в общем, как-то так. Вот, дальше. Делала я заказ на сайте Wildberries. Приобрела вот такой гель. Фа-пьюр, это парадиз, освежающий аромат кактус и бамбук. Непонятно, как вообще показываю. Вот такой гель для душа. Открой свой рай. Объем 200 миллилитров. В прошлом году у меня был такой же гель, но я не помню, там что-то было тропическое, какой-то аромат. В этот раз решила взять такой, тем более по хорошей цене. Сейчас в последнее время, девчонки, цены скачут просто нереально. Я его приобрела за 156 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем, до 160. Через буквально 3 дня он уже стоил 210. Сейчас он стоит, наверное, еще дороже. Поэтому, пока была хорошая цена, решила, что нужно брать. Тем более, такого у меня еще не было. Далее я взяла вот такой Дезик Фа Спорт Дзен, аромат лайма и бамбука, антиперспирант. Я как бы больше обожаю вот такие вот спреи, нежели там всякие роликовые, шариковые. Вот, тоже по хорошей цене взяла. Думаю, что мне понравится. Такого тоже у меня не было. Далее я покажу вам также, что я купила в Пятерке, пополнила также свои запасы, господи, скрабов для тела. Время 12 часов ночи, я решила снять видео, как говорится, на ночь глядя. Ну, думаю, меня простите, потому что другого времени как бы особо снимать-то и нет, а снимать хочется. В общем, скраб для тела Organic Shop, это с кофе, бразильский кофе, вот такой вот скраб. С большим удовольствием буду использовать. Эти скрабы я очень люблю. Далее. От марки Novasweet скраб для тела с ароматом манго, боди скраб, скорлупа грецкого ореха. Я так понимаю, содержится в этом самом, как бы, да, скрабе. Вот, думаю, что буду довольна. Дальше, честно говоря, не помню, где купила. Может быть, в Магните, может быть, в самой Пятерке. Это гиалуроновая тканевая маска от марки Нивея, Органик Роза. Сила науки и природы. Гиалуроновая кислота и органическая розовая вода наполняет обезвоженную кожу. С большим удовольствием буду использовать. Также пополнила свои запасы тканевых масок. Далее я покажу вам мои покупки Магнит Косметик. Там я тоже сделала небольшие покупки. Во-первых, взяла вот такую зубную пасту по хорошей цене. Она стоила, по-моему, 110 рублей, что ли, то ли 100. Это Блендамед комплекс, зубная паста с ополаскивателем, свежесть трав. Такой у меня не было. Объем 100 миллилитров. С большим удовольствием буду использовать. Далее я взяла для мужа и для себя вот такой крем. Это чистая линия, идеальная кожа.
Это крем-актив против прыщей с цинком, чайным деревом. Покупаю уже не знаю сколько лет. Очень нравится и реально помогает кожу сделать такой прям чистой и без всяких там проблем на коже. Взяла также два бальзамчика для губ. Не знаю, может быть, оставлю себе, может быть, кому-то подарю в подарок. Это новинка от марки Eva Laboratories Гиалурон. Моментальное увлажнение гипоаллергенно для очень сухой кожи губ. Есть такая пантенол, теперь вот гиалурон они создали. Большим удовольствием, может быть, попользуюсь сама, может быть, попользуется кто-то другой. И еще взяла вот такой вот интересный кубик. Это Эко Органик или Бальм. В общем, бальзам для губ с ароматом мяты и персика. 7 грамм тут. Ну, такой вот классный кубик. Там еще какой-то был. Но я остановила свой выбор на этом. Потому что я очень люблю мяту. Вообще, ну, конечно, все у меня падает. Как бы люблю, короче, мяту всякой. Ну, господи. Что за ужас. Мяту, опять-таки, всякой там косметики уходовой. Там гели для душа, шампуни, бальзамы для губ, различные кремы для тела, для лица. Мяту я очень даже люблю. Далее хочу вам показать мой заказ из интернет-магазина «Подружка». Во-первых, я взяла две вот таких маски. Для меня это новинки от марки «Планета Органика». Здесь, в общем, маска антиакне, фейс-маска. Маска для проблемной кожи лица. Дикий сибирский эвкалипт, органические, точнее, масла чайного дерева и австралийского лимона, активный ЗН какой-то, в общем-то. Две вот таких вот масочки, получается, купила их по акции. Одна идет в подарок, за другую платишь. В общем, как-то так. Думаю, что понравится. Конечно же, взяла, потому что они как охлаждающие будут работать, мне кажется, потому что здесь есть эвкалипт. Вот, думаю, что и ментол 100% в составе есть. Конечно, состав я не читала, но я в этом уверена. Дальше вот такая маска тоже. Планета Органика, Skin Superfood, это, кстати говоря, линейка. Это уже маска нектар для лица, свежая арбузная увлажняющая, арбузный натуральный пектин, органический экстракт калифорнийского алоэ, гиалуроновая кислота. Тоже, кстати говоря, обожаю аромат арбуза во всякой косметике уходовой. Просто вообще тащусь такие там всякие свежие ароматы, там лимона, мяты, вот арбуза как раз-таки. Прям вот для меня это любовь. Дальше. Две тканевых маски тоже по хорошей цене взяла. Это марка Medihail или как-то так. В общем, вот это с ягодами асаи, а вот это с какао. Думала макадамия, но нет, это какао. В общем, конечно, девчонки тоже на различные там маски, тоже корейские, апью вот эти вот всякие разные. Очень сильно подскочили цены, там даже 200 рублей за одну маску. Естественно, по такой цене я брать ничего не буду. Когда раньше брала их там рублей за 50, за 45, а тут за 200, ну нет. Вот эти я взяла, по-моему, по 110 рублей, если я не ошибаюсь. Ну вот, с большим удовольствием буду ими пользоваться. Поэтому взяла только две штучки по хорошей цене. Не обошла, конечно, я стороной бальзамы для губ. Всегда их заказываю по хорошим скидкам. Опять-таки, может быть, для себя, может быть, кому-то на подарки. Сейчас я как бы их уже не открываю, вот так вот их и оставляю в упаковочках. А вот такой бальзам от марки Nivea, это Аквазабота. С SPF 15, не раз у меня был, он очень классный. Вот, поэтому, не знаю, может для себя, может кому-то на подарок будет. И дальше от марки Липкия я взяла скраб для губ. Это кока-колада, ну, типа как пина-колада, да, наверное. Вот, так, что у нас здесь? Скраб для губ, да, кока-колада. В общем, как-то так, скрабов для губ у меня уже давно нету, поэтому... Думаю, что буду им довольна. Я уже заговариваюсь, прошу прощения. Но надо видео доснять. В общем-то, что еще я взяла? Вот такая вот бомбочка для ванны, липкие. В виде вот такого вот классного пончика. Здесь такая еще классная zip-упаковка. Вот, бомбочка для ванны, пончик розовый. Вот такая вот классная, 100 грамм.
буду пользоваться. Такая она вот вся переливается. Очень даже классная. Так, ну, все, конечно, у меня будет падать. Ну, пусть лежит. Так, и что я еще взяла в подружке последнее? Это вот такое мыло для рук. Марка Липкия. В общем-то, аромат лимона. Конечно, я думала, что оно будет более такого, скажем так, размера побольше. Но нет, вот такое оно миниатюрное. Поэтому тоже буду пользоваться. Даже, наверное, можно куда-то взять его с собой в путешествие, в поездку, либо еще куда-то. И последнее, что я хочу вам показать, это будут покупки для моего сыночка из детского мира. Делала я там заказ, различное мыло жидкое. Ну, чтобы было про запас, потому что цены могут конкретно взлететь. Как бы много сильно так прям набирать я не стала, но взяла вот чисто минимум. Допустим, там на месяц, где-то примерно там на два, ну, в общем, как-то так. Первое мыло, это крем-мыло детская Умка 0+, с экстрактами ромашки и календулы. Содержит также депантенол. Мыло имеет объем 300 мл, с большим удовольствием будем пользоваться. Нам оно нравится. И еще одно мыло взяла. Это Умка, то же самое, в общем, почти, да, только здесь уже аромат с экстрактом череды, а там вот было еще с календулой дополнительно. Так, дальше. Два мыла от марки Мое Солнышко. Это у нас аромат с экстрактом ромашки и с ароматом, точнее даже с маслом авокадо. Указано, что оно не сушит кожу. Ну, попробуем, конечно, его использовать для ребенка. Если не подойдет, то тогда уже будем использовать как жидкое мыло для рук. Здесь указано, что оно 6 месяцев, нам 4,5, скоро 5. Ну вот, будет стоять до 6 месяцев. Зато уже как бы будет у нас все это дело про запас. Так, и последнее, что мне купил уже в подарок муж, это не является там какой-то косметикой. Ну, в общем-то, вот такая вот классная ручка в виде космонавта. Вообще, офигеть, какая прикольная. В общем-то, вот такая вот ручка космонавт в ассортименте. Вот, очень классная, такая вот милейшая. Мне прям она очень так понравилась. Такой вот милый космонавтик. Ой, ну, короче, все, как всегда, мне падает. Навела я, в общем-то, здесь порядок. Так все красиво расставила, чтобы вам показать. Девчонки, как и всегда, всем огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки, за комментарии. Подписывайтесь также на мой канал на YouTube, на мой канал на Яндекс.Дзен, чтобы меня не потерять, потому что может быть блокировка YouTube. А также на мой канал в Telegram. Конечно, сейчас как-то я его так прям активно не веду, но в ближайшее время уже начну. Поэтому обязательно подписывайтесь, там будет много полезного и интересного. Как и всегда, всем огромное спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока-пока!